Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это видео скорее подкаст об играх, чем какой-то обзор. Дело в том, что недели две назад в Твиттере был популярен хэштег GameStruck4, и люди публиковали обложки 4 игр, которые повлияли на их жизнь и увлечение. Я решил на канале сделать что-то подобное, то есть сейчас я буду рассказывать о тех 4 играх, которые повлияли на меня, а вас прошу в комментариях делиться вашими воспоминаниями. Но еще раз уточню, мы сейчас говорим не о самых любимых играх, а именно о тех, которые что-то изменили в вашей жизни, поспособствовали чему-то хорошему или плохому, то есть действительно оставили большой отпечаток на вашей жизни. Начну я в хронологическом порядке и, конечно же, с Sid Meier's Civilization 1. Именно эта игра показала мне, что компьютерные развлечения могут быть чем-то большим, чем просто занять несколько часов. Более того, первая цива объяснила, что игры могут быть намного глубже, чем какие-то танчики, либо Марио, либо Диггер, в которых я залипал до этого. Что существует такой жанр вообще, глобальные стратегии, в которых надо держать в уме очень-очень много данных и глобально воспринимать то, что происходит на экране. Ну и, конечно, это была первая пошаговая игра. До этого все события на экране компьютера для меня происходили в реал-тайме, и было очень необычно, что механику шахмат в такой сложной ипостаси кто-то догадался так необычно использовать. Ну и легендарное «еще один ход и пойду спать», а на самом деле после этого еще одного хода проходит много-много часов, это тоже из первой цивы. Я не хочу сейчас делать обзор Sid Meier's Civilization 1, тем более, что я его делал. Лучше его посмотрите, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Конечно, следующие части были лучше, они развивали тему, стратегия становилась отполированной, более захватывающей, но такого впечатления, как первое, они уже, конечно, никогда не производили. Как и никакая другая пошаговая стратегия не может сделать то, что сделала со мной первая цива. Именно после нее я люблю любые пошаговые игры, именно после нее я люблю глобальные стратегии, и именно первая цива научила меня планировать свои действия на много ходов вперед. Следующая игра, которая изменила мое отношение к определенному жанру, это Baldur's Gate. Самый первый Baldur's Gate конца 98-го, начала 99-го годов. Именно эта ролевая игра научила меня любить ролевые игры. Компьютерные ролевые игры. До того, как вышел Baldur's Gate, мне компьютерные ролевые игры казались каким-то очень странным шутером, на который зачем-то навесили дебильный сюжет и искусственные ограничения в виде вот характеристик персонажей. Если старожилы помнят, то в основном ролевые игры тогда были с видом от первого лица. Вот Might and Magic, Wizardry, Betrayal at Krondor и многие-многие другие. Изометрической, вот с видом сверху три четверти, пожалуй, тогда единственной была Ultima, но ее я не видел. И Fallout, который выходил одновременно с Baldur's Gate. Но Fallout мне не приглянулся, и более того, в то время в нем было столько багов, что его просто невозможно было в него играть. А Baldur's Gate и красивым был, и история в нем была нормальная, без всяких этих спасений мира. Ну да, мы полубог, но, блин, мы просто решаем свои проблемы, а не всей планеты. И несмотря на отвратительный перевод, несмотря на то, что я играл с вырезанными мультиками, в сборке очень-очень сжатой, чтобы как можно меньше места занимать, тем не менее, именно Baldur's Gate с тех пор заставляет меня ждать выхода новых ролевых игр, потому что это было действительно приключение. И пускай он больше был заточен скорее под битвы, и особой вариативности прохождения не было, зато мир был открыт сразу, идите куда хотите,
Это тоже поражало воображение. Такого я до Baldur's Gate не видел. И вольно-невольно я все ролевые проекты с тех пор сравниваю именно с этим созданием BioWare. Ну, подробнее в моем же обзоре, конечно же, ссылка на который появляется сейчас в верхнем правом углу, либо есть в описании. Кстати, обратите внимание, что видео в обзоре это уже High Definition переиздание, а не оригинальный Baldur's Gate. Ну и подводя итог, Baldur's Gate стал для меня той игрой, в которой я действительно жил. Впервые я себя олицетворял с тем персонажем, которым я управляю на экране, и во многом отыгрывал роль. А также он показал, что история в игре может быть и вполне приземленной, и тем не менее интересной. Главное — создать мир, в который верю. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент и совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт consolewar.ru. Следующая игра вышла в том же 99-м году. Такой был знаковый год для меня. Heroes of Might and Magic 3. Третьи герои, третьи хероисы, как их только не называли. Эта игра научила меня любить пошаговую тактику. Да, я до этого играл в пошаговые тактические игры, особенно мне XCOM вспоминается, Уфошка старая, но там мне скорее нравилось развивать базы больше, чем вот проводить сами битвы против пришельцев. Третьи же герои нравились в первую очередь своими битвами. Конечно, и стратегическая составляющая в них тоже отличная, но битвы тут самое важное. Как и внешний стиль. Я до сих пор считаю, что третий герой — это одна из самых красивых игр всех времен и народов. Даже сейчас, через 20 лет, она выглядит очень приятно. Вообще, как мне кажется, у каждого поколения есть свои любимые герои. Те, кто постарше, я уверен, считают, что вторые Heroes of Might and Magic лучше. Но вот я дорос до героев только к третьей части. Думаю, наверное, у меня среди зрителей, кто вообще King's Bounty вспомнит. Вообще, самый первый King's Bounty, а не тот, который Катаури потом выпустили. А именно самый первый King's Bounty, из которого в дальнейшем выросли все Heroes of Might and Magic. Но меня приобщили к серии и к пошаговой тактике именно третьи герои. С многочисленными аддонами и Armageddon's Blade, и Shadow of Death, и потом с фанатскими дополнениями. Потому что мир очень богатый, очень продуманная мифология. Ну, это все-таки вселенная Might and Magic. До третьих героев были первые и вторые герои, были 6 частей ролевой саги Might and Magic, куча всего произошло, разработанный лор. И сейчас, спустя столько лет, если мне хочется отвлечься, часик-два, поиграть во что-нибудь, то, что мне точно понравится, я запускаю третьих героев, какую-нибудь карту на четверых, на шестерых против компьютера, и даже не до победы, просто вот немножко поиграть. И с тех пор, как ни странно, для меня не одна из игр не смогла повторить успех третьих героев. Я имею в виду вот такие пошаговые тактики. Ни Disciples, ни Age of Wonders. Потому что чего-то в них постоянно не хватало. То визуального стиля, то нормальной стратегии. Так что третьи герои вот так на меня повлияли, испортили мне вкус и сделали привередливым к другим играм. Ну и последняя игра в этом подкасте воспоминаний. Опять ролевая. Так вот получилось, две пошаговых и две ролевых. Это Morrowind. Это первая игра, в которой я почувствовал себя действительно свободным. Иди куда хочешь, делай что хочешь, забей на сюжет, и тебе все равно будет интересно. Тогда, в 2002-м, это срывало крышу. На самом деле, конечно же, Morrowind не был первой песочницей, хотя бы даже вторые The Elder Scrolls Daggerfall был той же свободной картой «иди куда хочешь», но проблема в том, что там все генерировалось, графика была не такая классная, как в Моровинде. А здесь все сложилось. И технологии достигли того уровня, когда ты начинаешь верить в то, что тебе показывают. И разработчики создали такую ролевую систему, с которой интересно разбираться. В дальнейшем Bethesda постоянно ее упрощала. Лично меня это раздражает. То, что мы видим в Скайриме и там в третьем-четвертом Fallout'е. Да, я кидаю все в одну кучу, потому что это один движок,
и одна контора по разработке. Это уже нельзя назвать ролевой игрой, это скорее адвенчура с примесью ролевых элементов. А вот в Моровинде был соблюден баланс между открытым миром, в меру сложной ролевой системой и визуальным рядом. Единственное, что лично мне не нравилось в Моровинде, это главный сюжет, но, слава богу, на него всегда можно забить и вообще не проходить. Вот такие 4 игры, которые на меня повлияли. Жду ваших игр в комментариях. Еще раз обращу ваше внимание, что это не 4 самые любимые игры, а те, которые на вас повлияли. Это важно. Ну и загляните на consolewar.ru. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.